Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Идол Герои. Ну что же, забираем все одним кликом. Или что это, вы прикольнулись что ли? Один жетончик мне все удали. Нет, на самом деле, ребят, я в нее уже заходил. Но она, правда, так сильно лагала при выходе и заходе на какой-нибудь квест, задание, что я просто решил выключить и попробовать сейчас. Смотрите, во, опять вроде бы сейчас только что-то подлагивало. Ладно, будем смотреть, ребята, как у нас дальше пойдут дела. Так, играть два раза в лотерее. Давай посмотрим. Если будет по 3 часа опять прогружаться и все, я, ребят, опять же выключу. Так, блин, ну ладно, давай попробуем крутить здесь. А что это нам делать? Здесь ничего хорошего нам не дадут. 30 тысяч душ, давай еще крутить. Давай, давай, родной, крути. Так, и... Ай, чуть-чуть, ребята, не упало на луца. Ё-моё, я же хотел же остановить. Ой, хе-хе-хе. Четырёхзвёздочный дедушка-колдун выпал мне. Почему не лутец, а, ребят? Ну почему не лутец, вот спрашивается. Так, ладно, здесь мы сделали. Выполнить 2 задания таверны. Приступим. Давайте обязательно приступим. Так, 2 задания таверны. Так, вот это мы с вами заполняем. Отлично. Придется обновить. Что со звуком? Так, ребята, что-то чувствую, тут залагало все. Наверное, надо будет перезайти. В самой игре почему-то пропал звук. Короче, ребята, сейчас на... Не знаю, ребята, что происходит с этим эмулятором. То пропадает звук, то выбрасывает меня с какой-то критической ошибкой. Короче, фигня полнейшая. Ну ладно, это не суть. Главное, что мы с вами продолжаем играть. Так, и дальше выполнять ежедневочки. Так, выполните 2 задания таверны. А, да, мы с вами на таверне остановились. Так, эти задания у нас... Погоди ты, что ты делаешь? Давай обновлять, ребята. Естественно, придется обновлять. Искать нам хорошие, достойные задания. Опять мимо кассы, да, как всегда. Я почему-то этому не удивлен. Так, угроза густа. Давай начнем выполнение. Так. Нам нужны минимум 4-звездочные, ребят. Минимум. От них будем плясать. Нам не нужны вот эти вот 1-звездочные, 3-звездочные, 2. Нам нужны от 4 и выше. Да, приходится тратить брюлики, но... Зато достойная награда потом, ребята. Достойная. Во-хо-хо-хо-хо. Неплохо. 2 задания 5-звездочных мы с вами получили. Так, давай сюда. Ну, вроде бы все, да? Все, мы здесь с вами справились. Так. Блин. Надо закончить, надо... Хотя мне не обязательно сейчас, ребят, закончить. Я все равно среди дня еще буду заходить в игру. Так, изготовить 3 снаряжения. Понятно, базовый вызов сделать... У нас тут бесплатный как раз есть. Хе-хе. Так, 2-звездочная фигня выпала нам. И здесь... Во, ну это еще сгодится. Акаша 4 звезды. Нормуль, я считаю, ребят, нормуль. Давайте еще дружеский потратим. Понятно, это ерунда. Ну, то, что Акаша выпала, это уже хорошо. Как говорится, на слияние пойдет. На корм или еще куда-нибудь. Так, сразиться 3 на арене, это понятно. Выиграть 2 раза в рейде. Давайте приступим с рейдов. Так, погнали. Так, ну как мне объяснили мои ребята, мои подписчики, это Джахра, получается, стоящий персонаж, и ее есть смысл качать. Значит, на Вейсу ставим что? Камни на крит. Артефакты тоже на крит, да? Так, подожди, что мы сейчас? Я уже пока говорю, даже забываю, что делаем. Так, давайте еще осколочки поищем. Так, а вот единственное, не понял, почему сейчас не надо качать Росса. С чем это связано, немножечко не понял. Я думал, что Росс как бы нормальный, достойный герой. Почему его не надо качать в данный момент, пока неизвестно. Так, ну что, смотрим, что у нас, ребята, здесь... новенького. Ну, здесь ничего, здесь все по-старому. Здесь тоже ничего. Тут, как всегда, тоже кисло. И здесь, как обычно, ничего. События. Ну, это понятно все. Я забрал уже отсюда кристаллы.
Так, что у нас по имени там, ребята? Ага, что-то новенькое появилось. Потому что когда я заходил, было вот этих вот только три. Вот это было последнее, что я видел. Так, замещать. Вот, пакет ценностей. Что? А, ну это понятно, ребят. Пакет ценностей, да? Вот он, этот персонаж. Ух ты, елки-палки, это... А, ну это у нас синтез кожи. Это кожа на Валентина у нас получается, да? Да. А ценник-то, конечно, ребята, 7600, 5500. Ёпрасоты. Да, пакет лотерея. Получить 50 интеграл. Это за, я так понимаю, за рулетку, да, ребята? То есть мы будем с вами крутить... А, вон и рост, кстати. 300 рулеток надо, ребята. 300 раз, точнее, крутануть рулетку получается, да? Ну да, получается именно так. И задание прибежище. О, во-во-во-во, вот это вот мне нужно. Мне нужен Карим, мне нужна Вейса, ребята. Ох ты, как круто. Так, что нужно для Вейсы? Давай посмотрим. Сколько нужно? 4 таких и один травяной. Одного травяного я знаю, ребят, кого мы, кажется, сюда втюхаем. Давай, наверное... Да, сделаем вот так вот. И 4 этих. Блин, по идее мне жаба-то это нужна. Ладно, фиксим, ребята. Сделаем вот так вот. Зато у нас будет Вейса. Да, я хочу заместить. Отлично. Так, теперь мне нужен, ребята, Карим. Что нужно на Карима? Смотрим. Вот тут, наверное, будет проблема. У меня 4. Во, как раз, ребята, просто фартануло. Вы заметили, как сегодня вот это удачно выпало мне? Ха-ха. Так, ну естественно, естественно. Вот так и естественно. Все, ребята, Карим у меня тоже в кармане. Так, ну это... Я вот не знаю, ребят, что вот это за персонажи такие у нас. Это у нас Осмод. Помните, у меня кожа вот недавно выпала. Как раз из сундучка, который я покупал за 6000 гемов. Как герой он, я не знаю, ребят. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, стоит вообще его брать или нет. Так же, в принципе, как и вот это. Это у нас за тьму идет. 2000 брюликов и... Ага. Ага. Пятизвездочных 2. Темноты. У меня нет, ребят, таких. Хорошо, давайте посмотрим, что дальше. Так, будем мы брать с вами Айдена или нет? По идее, он бы нам не помешал. У меня будут на него карточки. У меня есть на него карточки, ребята, но нету четырехзвездочной. Одной на нежить. Оу-воу-воу-воу. Так, а вот это что за барышня такая? Кто такая? Огненная буря. Можно я гляну на тебя? Интересно, крутая чувиха или нет? Ну-ка, что для тебя нужно? Ой, опять нехваточка. Здесь, в принципе, норма. Здесь есть на кого заменить. Блин, короче... Нам нужны четырехзвездочные герои, ребята. Вот так-то. Посмотрим, что у нас тут есть. Это трехзвездочный. Вот, есть возможность вызвать кого-то одного. Посмотрим. А, на огонь. Огненная стихия, ребята. Ёпрасоте. А здесь кто у нас выпадет? Тын-тын-тын. Понятно. Так, дедуля четырехзвездочный. Давай тоже его призовем. Ну, естественно, Вейсу. И Карима. Так, ну что, пойдемте, ребята, смотреть, что нам нужно для проапывания Вейсы до 6 звезд. Так, подожди, Вейса, это же у меня... Блин, я уже забыл, кто Вейса. Вейса вот здесь вот. Так, нам надо твою дивизию, блин. А я их сплавил, две штуки, да, сегодня, вот сейчас только что. Кто бы мог подумать. Да, и тут еще надо будет трех героев. Ну ладно, здесь мы сделаем маску этого носорога и вот этого можно сплавить. Ладно, хорошо. Давай посмотрим, что нам нужно для Карима тогда. Для Карима шестизвездочного. Вот он. Так, Карим. Блин, этого тоже у меня нет персонажа. Ну ядрен ты, батон, а. Ну что это за кислятина такая? Да и, кстати, трех огненных... Пятизвездочных левых у меня тоже нету, к сожалению.
Ну, ладно, хорошо. Пускай они пока у меня, ребят, полежат. Главное, что я буду знать, что у меня есть. Есть персонажи, которых я могу. Это единственное, нужен корм. Надо будет как-то, я не знаю, собирать где-то по закоулкам. Так, ладно. Начнем все эти, как говорится, задания. Вот не надо только опять тупить начинать, пожалуйста. Не надо. Давай, все ровно, все гладко идет у нас. Так, мельница, это понятно. В рейде, посмотрим, рейд я, по-моему, сегодня делал или не делал. Делал, ребята, сегодня рейд. Чуви, как всегда, впереди планеты всей у меня. За это он и молодец. Так, наука. Наука. Так, наука. Священники, священники, это, конечно, хорошо все, ребята, но нам нужно танкули. Танки. Так, повысить скорость. Хрен там, ничего не получится у меня повысить, не хватает камней. Так, что у нас тут за достижение, ребята? Получить 50 пятизвездочных героев. Понял. Получили. Получить 200 четырехзвездочных героев. Ну, тут осталось немножко. Получить 80. Ну, тут еще дофига. Ну, вот ближайшее задание, которое мы с вами выполним. Расщепить 1000 героев, понятно. Так, что дальше нам начать делать? Давай посмотрим на рынок. По идее, нам сейчас очень выгодно, ребята, брать жетоны. Жетоны брать для чего? Для того, чтобы крутить, соответственно, рулетку. Кстати, вот есть вероятность, что мы можем вот здесь вот взять персонажей, да? И, может быть, нам повезет, и мы сможем выбить героя. Которого нам не хватает, естественно. Ну, ценник, конечно, блин. Ценник кусучий. Вы, если что, ребята, тоже напишите мне в комментариях, стоит ли тратить на четырехзвездочные вот эти вот осколки, брюлики. Или все-таки стараться так выбивать самому. Так, вот это вот 500. Ай, не хочу, ребята, гемы тратить за просто так. Ну, наверное, стоит. Я хрен его знает, ребят, стоит он того, не стоит. Давай вот здесь, наверное, мы с вами крутанем. Кто тут у нас разыгрывается? Мотылек и все. А если я обновлю? Оу, кросс, вот это вот хороший, блин. Но это, извините меня, шанс один из миллиона, чтобы он тебе выпал, блин, на рулетке с одним жетоном. Так, ладно, ребятушки. Поехали. Куда поехали-то? В компании мы заберем с вами задание. Не ежедневные. Ну давай, давай, давай. Так. Что-то ничего хорошего нам не выпало почему-то, ребят. Так. Арена. Так, что у нас за задание там следующее? Выполнить два задания таверны. Это понятно. Изготовить 3 снаряжения. Давайте быстренько сделаем эти 3 снаряжения, в конце концов. Сапоги вот эти можно изготовить. Так, что еще у нас тут такого можно сделать? Ну, давай. Нет, это не хочу. Давай 2 топора еще вот этих вот замухрышинских. А, он 2, конечно, 2. На один только он хватает и все, больше нету, к сожалению. Так, ну и тогда вот эту вот броньку тоже одну штуку. Все, 3 снаряжения мы с вами сделали. Забираем 54 тысячи. Так, выполнить 2 задания таверны, это понятно, сразиться 3 раза на арене. Ну что ж, поехали в бой. Быстренько сейчас 3 этих боя с вами проведем. Окей. Давай дальше. Отлично. Ну и последний бой. Блин, самое обидное, ребят, что у нас есть дубли, но нету корма, блин, для того, чтобы их сделать шестизвездочным. Ё-моё, а. Чё ж так кисло-то все? Так, что нам здесь достанется за артефакт? Увеличивает вред солдату. Сила атаки. Понятно, сила атаки. Так, забираем здесь задание. Ну и получается, что все, мы ежедневки с вами все выполнили. Единственное, что остается у нас, это остров свободный. Вот это мы все забираем. И отправляемся вот сюда. Смотрим, что тут выпадает нам. Ну, обычно ничего хорошего. 11 брюлей выпало, как ни странно. Так. Фрагмент оранжевой чудовищи.
Так, и делаем обязательно рейд. Делаем рейд, правда, у меня еще не весь нарцисс накопился, но все равно можно. Победим, не знаю, ребят. Да, не хватило нам с вами буквально один островок разбомбить. Сколько нарциссов? 3 у нас. Слабо. Ну, я думаю, этот-то мы всяко всяко разбомбим этот один островок. Да, ребят? Че он тут один против нас? Ну, и давай зайдем сюда, посмотрим, кто мне может в этом деле помочь. Ну, опять же, Вейл только у меня самый мощный, поэтому отправлю, как говорится, его. Он, как всегда, наверное, отнимет половиночку, да, здоровья у босса. Да, половиночку. И, соответственно, я его просто не смогу забомбить с одним-то нарциссом. Это не вариант, ребята. Ну, вы сами прекрасно видите. Неудачно получилось у меня. Так, ладно, что дальше у нас? Башня — это бесполезняк. Испытание пока, ребята, не откатилось. Так, здесь у нас пакет по времени. Мне он не нужен, такой пакет. Я так понял, что, у нас больше все? Не будут выпадать этих? А что такое? Предварительный просмотр награды. Это что такое? Деньги плюс брюлики плюс обычные деньги. И что это такое? А, это, наверное, какая будет следующая, да, награда, если я подобью или черт его знает, что здесь. Но, по-моему, уже больше, ребята, не выпадают. Я сейчас, конечно, посмотрю в этот, вот сюда зайду и глянем, выпадает? Нет, не выпадает больше у нас, ребята, конфетки. То есть, я так понимаю, ивент закончился, да? А что же они тогда его не убрали? Интересно. Все, с конфетками, короче, можно, ребята, забыть задание. Так, в башню мне тоже пока нет смысла идти. В общем, одним словом, ребята, нам нужно с вами прокачивать. Так, Джахру, подожди, я смогу ее прокачать еще маленько? Есть, соточка. Соточку она получила. Теперь нужно на нее дубль, чтобы сделать из нее шестизвездочного героя. А дубль, я думаю, выпадет не очень еще скоро. Такое вот предчувствие у меня. Так, фильтр, не надо мне фильтр, давай просто расщеплять. Значит, получается, ребята, что отпадает у меня надобность покупать Карима за камни. А кого же мне тогда за эти камушки покупать? Ладно, мы не будем их пока тратить, пускай они у нас потихоньку копятся. И тогда у нас получается, что за испытание храбреца, именно за чешую, есть резон покупать. Я вот не знаю, может быть, по 1000 тратить как-то невыгодно. Вот эти вот шарды покупайте, ребята, а? Что вы скажете? Я думаю, что это стоящее дело. Да? Так, а я могу сразу... Ну, несколько там, например, или так и будут по соточке у меня отниматься. Непонятно. Какие мне камни-то нужны? По-моему, вот эти вот нижние, или вот эти тоже нужны мне. Сейчас, ребят, посмотрим, я зайду и гляну, как у меня там звереныш мой поживает. Так, вот она, змея. Давай глянем. Ей нужно 2 уровня поднять. Так, значит, нам нужны вот эти камни будут, понятно. Так, а здесь? Раз, два, три. Три уровня еще, а, даже 4. 4 уровня поднял, ребят. А максимальные, наверное, сколько здесь? 20-ка будет, нет? Ладно, в общем, нам нужно еще с вами купить вот этих вот камушков. Так, давай возьмем. Так, 4 раза придется брать, ребят, потому что слишком, блин, дорого, конечно, все это стоит. Ну, что ж поделаешь. Змея нужна мне, ребят. Змея нужна. И... Да. Твою маковку. Тут нужно 4100 вот этих вот шардов, ребята, чтобы сделать эволюцию. 4000. О-оу. Ха-ха-ха. Да, не все так просто, как я думал. Не все так просто. 4000, блин.
Пипец, придется копить, копить, еще раз копить, ребята. Так, ну и вроде бы как все. Больше мы ничего сделать не можем с вами. Так, хотел, знаешь, что еще спросить, ребята, у вас, ну, как говорится, повторить мой вопрос по поводу... А, мы еще сейчас крутанем дальше эту рулетку. По поводу вот, стоит ли покупать Эйдена и покупать вот эту вот, как ее звать-то, морозная, кто она там? А, огненная буря. Вот про огненную бурю и про Эйдена. Ну и вот этих, ну, свет и тьму, я думаю, что нет смысла брать их, потому что у меня даже и для них нету корма, честно сказать. Пятизвездочного откуда взять? А вот насчет Эйдена и огненной бури, пожалуйста, напишите. Эйден-то вроде бы ничего, хороший чувачок, да? Но все равно я лучше проконсультируюсь, как говорится, у знающих ребят. Так что буду ждать ответов. Ну а пока пойдемте крутанем. Крутанем с вами рулетку. Где она у нас? Лотерея, погнали. Крутить. Ой, да что я сделал-то? Блин, ну дурило-то, а? Ладно. Давайте. Ну, так, души. Хорошо, души это нормуль. Так. Ага. Поехали далее. Еще нам выпали души. 30 тысяч душ. Ну, это, конечно, этого мало, ребят. Ну, а что? Что ж делаешь? Так. Ведовская пыль. Опять души. Ну, тут, короче, так и будет, ребята. Либо души, либо пыль, либо голда. Надо же, бронька выпала на стрелка. Точнее, броня стрелка, блин. Так, поехали далее. А сколько там нужно для первого? 30, да, по-моему? 30 раз крутануть рулеточку. А самое последнее 300. Ну, в принципе, я думаю, что это реально сделать, если покупать за брюлики или за деньги жетоны. В принципе, да, это реально. Главное, крутим, крутим, ребят, крутим. Не останавливаясь. 240 тысяч выпало. И последнее... Артефакт опять выпал. Так, ну что, у нас больше этих нету. Давай зайдем еще раз на рынок, глянем, что у нас тут. За 500, 2. За 500 брюликов. Я не знаю, дорого за 500 брюликов брать вот эти вот 2 жетона. Или лучше 8 брать обычных вот за 240. Мне кажется, вот лучше брать обычные такие вот. Ладно, ребят, вы напишите. Напишите, я знаю прекрасно, в комментах. Так, ладно. Все, да, на сегодня у нас, по-моему. Больше мы с вами ничего сделать не можем. Все равно, я считаю, нормуль. Мы получили 2 дубля. И, как говорится, осталось дело за малым. Вот такая вот, ребята, у нас коротенькая сегодня получилась серия, конечно. Но зато продуктивная. Ну, по крайней мере, для меня. Надо будет, естественно, копить гемы. Нам, естественно, нужно искать дубли. Это не все так будет легко и просто, как хотелось бы. Так, сейчас посмотрю еще разок на эту. Засчитывается или нет? Должно засчитываться, да? Да, ребят, засчитывается. Это же рулетка у нас. Пакет лотерея, да, это. То есть первое 50 все-таки нужно. А последнее 300. Ну и будет так неплохо давать. 2 жетона, 2 орба. В общей сложности получается 6 жетонов, 6 орбов, и в конце выпадает рос и еще 2 орба. Так что, ребятушки, все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч.